Хватит. Слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака? Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться? В любом случае... Ой, да... Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не... Извинений недостаточно. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком. С Нет, пожалуйста! Я лучше буду чистить конюшни. Я уже... Пойдем, позанимаемся. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Ой-ой-ой! Ну и лицо Весемира. А ты чего ожидала? Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодой. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Опять? Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно.